Письменник и драматург Василь Ткачёв презентовал у Гомеля две новые книги «Стежки-дорожки» и «Житёвинки». Выданні представили читачам у литературно-мастацким салоне «Сустречи на Замковой» при Центральной городской библиотеке имя Герцена. Книгу «Стежки-дорожки» Василь Ткачёв называет летописом литературного життя Гомельщины. У ёй можно найти артикулы автора, рецензии, интервью, с якими он выступал у газетах и часописах на протягу больше як 40-годовой письменницкой деятельности. Сборник означен литературной премией имя Кирилла Туровского в 2018 году. У другой книги под названием «Житёвинки» Василь Ткачёв собрал 110 коротких оповедов. Сам автор называет их историками. Кожная змещается на одной сторонце.